Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в GMT на Пионерском проспекте 64В. И сегодня мы с вами будем смотреть обзор гостиницы Sunday. Беспрецедентные скидки для того, чтобы вы могли приехать и отдыхать здесь. Также можете увидеть, тут в столовой будет покушать за 179 рублей целый комплексный обед. Первое блюдо от 50, второе от 40, но я думаю, что интересно будет номера. Сегодня мы также с вами посмотрим на улицу Морскую и всю как-то движуху, которая там творится на пляжике. Пишите комментарии, ребят. Чем больше комментариев, тем быстрее выйдет следующий видеосюжет. А также не забывайте не смотреть на халяву, а поставить лайк. Итак, мы начинаем. Людей в GMT прям много. Пионерский проспект 64В. Заходим с вами сюда вовнутрь. Ну, прежде, парковочные места — это все для гостевого дома. Если вдруг хотите под охрану, возле Магнита есть место, где поставить машинку. Уютный такой ресепшн, а также здесь проход, вход в столовую сюда налево. Но сначала пойдем посмотрим номера. Как красиво. Красивая лестничка, подъем на второй этаж. Здесь отделка, кстати, вот как беленый, как дерево, очень симпатично смотрится. А вход в номера, дорогие друзья, идет по карточкам, то есть мы прикладываем, открывается дверка, и мы заходим, вставляем карточку, все как включается свет. Это номер комфорт на двоих человек, можете увидеть. Тоже внутри такая же отделка. Есть симпатичный комодик, большущее зеркало, место для хранения. Я так понимаю, что с доп. Местом раскладывается. Креслица, есть телевизор, столик с холодильничком, сплит-система, большущая кровать. Это такой номер прям для двоих, Так сейчас покайфовать. Есть торшерчики, место для хранения с плечиками, доп. Подушечки, одеяльца и сейф. И смотрим. Здесь биде, туалет, раковина, зеркальце, ванна. Почти как джакузи. Есть место для того, чтобы посушить вещи. Этот номер по стоимости. В прошлом году в это время номер сдавался за 4500. В этом году за 3700 вы его можете снять. Отель также делает комплименты для новобрачных и подойдет им для отдыха, мне кажется, прям очень. Еще один номер. Смотрите, по стоимости этот номер в прошлом году был за 4000 в эти же даты. Также заходим, вставляем ключик. Включается у нас везде свет. Сейчас вы его можете снять за 3200. Если надо будет доп. Место, еврокресло ставится, стоимость будет на 600 рублей дороже. Есть фен, место, где повесить свои вещи на входе. Санузел выглядит вот так вот. Кстати, ну, места достаточно. То есть не зажат, прям хорошо. Смотрите, я вот санузел, чтобы вам было видно. Зеркальце, раковина, туалет, все. Есть в номере кавчик с зеркальцами. Кавчики, одеялки, допы. Есть сейф. И этот номер у нас с балконом. Вы можете, кстати, услышать, вот тишина в номере, да? То есть на улице у нас по Пионерскому ездят машинки, но все показательно, как говорится. Кондиционер, картины входят в номер, тоже с торшерами. Честно, оформление номеров клевенько смотрится. Вы пишите обязательно свое мнение. И вот так все. Выходим на балкон. На балконе у нас стульки стоят и вид на Пионерский проспект. Кстати, посмотрите, сколько здесь у нас людей, слева, справа. Смотрим с вами трехместный номер. Прошлый год стоимость у него была 4600. В этом году он будет за 4000. Место для хранения, повесить свои вещи, все есть. Смотрим сначала санузел, как выглядит. Работает вытяжка, пожалуйста, зеркальце, душевая. То есть здесь получается три полноценные кровати, двуспальная, односпальная и еврокресло, которое можно раздвинуть. Как вы помните, 600 рублей доплатить и можно жить вчетвером в этом номере. Телевизор, столик, который можно передвигать, журнальный. Ну и, конечно, не забывайте, что в каждом номере имеется холодильничек. Смотрим двухместный стандарт. Вставляем карточку, включается свет. Также место, чтобы повесить ваши вещи. Фены, кондиционеры есть и сейфы во всех номерах, друзья. Вот так выглядит санузел, двуспальная кроватка и еврокресло, которое можно разместиться. Место для хранения, холодильник, телевизор. По стоимости был 3700, сейчас готовы его дать за 2900. Поэтому обращайтесь напрямую, номера телефонов все есть. Друзья, заходим, смотрим. Также есть место для того, чтобы повесить вещи. Это у нас трехместный, улучшенный его называют, потому что здесь увеличена площадь. Начнем с санузла. Такая душевая кабинка, работает вытяжка.
туалет, раковина, фен. Также, повторяю, есть и сейф в каждом номере. Двухместная кровать, одноместная, еврокресло. И можно добавить еще одно. Ну, за доп. Людей будет дополнительная оплата. Стоил в прошлом году 4800, сейчас за 4500 его готовы отдать. Место для хранения, столик с холодильником. То есть, ну, это во всех номерах, я думаю, сейчас сплит-система. Номера симпатичные, я думаю, что... Вы напишите это в комментариях, как вам на вид. На прилегающей территории имеется бассейн. Здесь проходят два раза в неделю пенные вечеринки с анимацией. Есть детская зона, чтобы поиграть. Также функционирует бар. Можно выпить что-нибудь, посидеть, воспользоваться лежаками. И, как говорится, отдыхать. Такие вот возможности для этого отеля. Смотрим, дорогие друзья, столовую. Как я вам и говорил, что здесь комплексный обед можно приобрести за 179 рублей, то вы сейчас увидите, как раз таки, как выглядит все наполнение. Это просто ложки-вилки, подносики, салаты разнообразные. И смотрим, что здесь есть. Каждый день ребята говорят, что готовят разные блюда. Меню практически не повторяется. Разнообразное. Также чай, кофе, пожалуйста. Посмотрим по ценам, то есть, чтобы вы все разглядели. Например, допустим, если брать первое блюдо, борщик можно взять от 60 рублей. Ну, выгодно покупать в комплексе, в принципе. Но никто не заставляет вас взять именно то, что вы хотите себе по меню. Потому что большой объем обычно никто не съедает. Вот. Комплексный обед. Это порция гречи, сосиска, борщик. Борщик могу похвалить повара. Цвет отличный. Консистенция. Два кусочка хлебушка и компот. 179 рублей. Здесь также можно посмотреть с детками телевизор, купить дополнительные напитки. Ручки можно помыть на входе. Теперь давайте вам расскажу об инфраструктуре, которая есть здесь рядышком. Допустим, в ту сторону у нас, как переформатируют Элис пещеры. Кафе тоже такое культовое. Здесь есть Пятерочка, в ту сторону Магнит. На первом проекте продается куча всяких фруктов, овощей. Слева-справа очень много разнообразных развлекательных заведений. То есть вы находитесь в самом центре жизни курортной Джимате. Теперь, друзья, давайте прогуляемся до моря и посмотрим, какое расстояние, что по пути здесь есть. Поворачиваем направо. Можно было пройти по первому проезду, но нам будет интересно прогуляться кратчайшим и самым, так сказать, малолюдным маршрутом, потому что так будет поинтереснее. Да, там и пляж будет лучше, чем на первом проезде. Идем на улицу Морскую через Уральский проезд. Работает огромное количество тоже заведений разнообразных, которые готовят мужички, жарят шашлычки. Можно прийти вечером посидеть. То есть в Джимате все кипит. Чтобы вы понимали, сейчас время 9 утра. То есть и здесь уже такая вот движуха. Джимате уже все звучит по полной программе. Мы переходим на другую сторону дороги и прям рядышком уже уральские самоцветы. Проход к морю, где много всяких развлечений. Хочу увидеть как раз таки вход. Есть разные, там брусчарик запускается, батут. Шаговая доступность, вот она, гостиничка. И минутка, и вы уже здесь. Хороший проход, развлечений очень много. Аттракционов продают всякие вещи для детей. Если раньше в Джимате этого было крайне мало, надо было идти в район аквапарка, то теперь это, видите, и в самом центре тоже есть такая полностью курортная жизнь. Продукты, магазин, пиво тут литр 130 рублей, допустим, магазинчики стоят. Экскурсионные точки, орешки продаются. Столовая еще будет на пляж, но я думаю, что в своей гостинице будет гораздо более приятно кушать. Здесь комплексный обед зарядный до 190 рублей. Курортный ассортимент разнообразных товаров. Столовая Grand Sea. Улица Виноградная, улица Морская. Давайте одним глазиком глянем ценники. Здесь они всегда самые приятные были. Персики уже по 150, да? По 150. Сегодня уже подешевле. Нектарины 180, персик 160, рушини 250. Нектарин большой? 220, это 200, руша 260. Форель самый... Самый сладкий руш. Да. Апельсин? 100 рублей. Лимон 180. Яблочки? 100 рублей. Виноградик? По 200 сегодня. Абрикос? 170. И слива? 150. Капуста 50 рублей. Морковка? 50. Баклажаны? 140. Перец? Тоже 140. Зелень 20 рублей. Свекла 45. Кабачки? 50. Помидор есть по 80, есть по 110. Огурчики по 40-65. Спасибо, хорошая работа. Здесь смотрим, друзья, вот так выглядит улица. То есть был вопрос самый большой, что там Джимате утонуло или нет. Ни одной капли дождя вчера не выпало в Джимате. Вообще полностью сухо. Столовая, бон аппетит, ребята, работают. Тут еще швычок.
цена мякоть по 77 предлагает и столовую. Мы тестировали ее в прошлом году. Вкусно, ребята, большие молодцы, работают хорошо. Рыба и дым, жарим и коптим. Очень культовое такое заведение Джимате. Интересно, я здесь ел, если будете прогуливаться, сходите обязательно. В принципе, на море. Мы дольше по ценам смотрели, чем здесь шли на море, друзья мои. Пляж называется Морей, на улице Морской. И фаерфуд предлагают еду, и мы с вами прям вырываемся сразу на пески. Есть дорожка до пляжа. Очень короткое вот это расстояние до моря, поэтому идти даже не придется напрягаться. Все очень-очень близко. Тут есть переодевалочки, есть навесы, батуты. Это радует море, что здесь чистенько. Здесь с утра уже довольно-таки много. Бунгало 1200, стоимость прокатный чекат 300 рублей. Есть глинтвейн, предлагают ребята. Пожалуйста, можно отдыхать в баре, покупать все напиточки. Погода у нас сегодня не самая, так сказать, летная, но море, честно, классное, люди купаются. Вот тут можем увидеть, как делают массажик. Вот он, наше море бушующее. Ну, это уже как бы накат идет не так сильно, хотя запрет на купание еще стоит. В такой водичке уже купаться более-менее безопасно. Единственное, не бросайте детей одних, не заходите глубоко, и все будет у вас хорошо. Thank you.
Температура воздуха возле моря сейчас 23, 21,4. 21, нормально. Температура водички, ребятки, 21,4 градуса. В общем, вам привет во все ваши города. Приезжайте, купайтесь, отдыхайтесь, наслаждайтесь. Номер телефона указан напрямую, чтобы узнали. Здравствуйте. Ваши подписчики. Очень приятно. Здравствуйте, Павел. Можете привет помахать, но это в формате видео, обзорчик на гостиницу. Да, да, да. Как вам отдыхается на этом пляже? Да, в принципе, неплохо. Два дня не купаемся уже вот из-за шторма. Ну да, потому что стоят, ну, висят флаги. Ага, а почему сегодня купаетесь? Сегодня нам разрешили по пояс зайти. А кто разрешал? Спасатели, я так понимаю. Все, зайти понял. На будущее нет такого, есть либо запрещено, либо разрешено. Сейчас купание еще есть запрещено, но честно, вот я даже вижу, что купаться можно. Единственный совет, будут молнии уходить, но что у нас в прогнозах стоят. Из-за этого, из-за того, что штормовое, у нас сейчас запрет на купание, а так можно. Хорошего отдыха, ребята. Спасибо, спасибо. 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 Рад был познакомиться. Также. И, друзья мои, номер телефона указан напрямую. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь, получайте максимум удовольствия от моря. И главное, если есть какие-то запреты, прислушивайтесь, берегите себя и, самое главное, оценивайте ситуацию правильно. И дай бог, чтобы все у вас было вот так вот.